Комиссия во главе с министром внутренних дел проверила работу территориальных кризисных центров. Теперь, чтобы решить свои проблемы, связанные, к примеру, с тем же выездом из Приднестровья, звонить надо в центр по месту жительства. Единый кризисный центр при оперштабе передал часть полномочий. Новая схема должна работать быстрее. В работе каждого из местных кризисных центров задействованы милиция и сотрудники других ведомств. В столичном УВД работает представитель Минздрава, который помогает отвечать на вопросы, связанные с выездом на лечение. Операторы горячей линии обслуживают не только Тирасполь, но и Ближний Хутор, Терновку, Суклею. За неделю сюда поступило 5000 обращений. На каждый запрос уходит не более суток. Больше всего вопросов по пересечению границы и самоизоляции. Если отказываетесь от теста, вас сажают на 21 день на карантин. Если с тестом, на 14. В кризисном центре Слободейского РОВД с момента открытия приняли более 2000 обращений. Чаще всего звонят на телефонную горячую линию. Далее по популярности обращения на Вайбер и на электронную почту. Мы проверяем данные, если же нет полных данных, мы отвечаем гражданам, чтобы они дополнили свои данные или документами. В Бендерах операторы отвечают на звонки с 8 утра и до 8 вечера. И тоже самый часто задаваемый вопрос о выезде за пределы Приднестровья. Отладить работу этого территориального центра помогут сотрудники Главного управления по чрезвычайным ситуациям, которые несколько месяцев работали в кризисном центре МВД. Меньше всего обращений в кризисный центр в Каменке. В среднем около 40 за сутки. На выдачу разрешения уходит не более часа. Вы хотите отправить ее на ту сторону, в Сенатовку, к кому? К бабушке. Спасибо, ваше заявление принято, будет рассмотрено. Сейчас в кризисных центрах устанавливают новое программное обеспечение. Оно облегчит работу операторов. Смогут контролировать периодичность обращения наших граждан, а также поводы, по которым мы не обращались, с целью выезда. Это делается для того, чтобы наши граждане не смогли ввести в заблуждение наших операторов и в целях того, чтобы было принято объективное и правильное решение по порядку выезда наших граждан за пределы республики. Чтобы узнать, к примеру, как въехать в Приднестровье или выехать из страны, нужно позвонить в территориальный кризисный центр в зависимости от района проживания. Телефоны вы видите на экране. Также можно отправить сообщение на электронную почту. Адрес совпадает с номером телефона, нужно лишь добавить @mvdpmr.org. Вся информация есть на сайте МВД. Что касается центрального кризисного центра, он оставил за собой контрольные функции и помощь местным центрам. Здесь же рассматривают обращения по пересечению границы от предприятий и предпринимателей.